это была очень страшная история. Привет, я Юля из группы «Блестящая», и вы смотрите реальное шоу «Поехали». Узнаете всю правду о наших экстремальных гастролях. Всем привет! Я думаю, всем интересно знать о гастролях группы «Блестящие». Ну что ж, вся правда о гастролях. Поехали! Поехали! Я по тебе очень скучаю. Я тоже по тебе скучаю, детка. Уф. Жанна Фриске – самая взрослая красавица в группе «Блестящие». Временно на гастролях отсутствует, потому что съемки в программе «Последний герой» – дело сложное. Желаем удачи, мелкий. Ксюша пока отсутствует на заднем сиденье автобуса. Болеет. Чем? Расскажем позже. Мы хотим кушать! Мы хотим кушать! Юра! Ну подожди, что ты ешь и ешь все время? Как я ем? Что ты вообще говоришь такое? А где у нас? А, Юра с деньгами. Пойдем посмотрим, там масло чесно-молочное. Юра с деньгами? Юра с деньгами. Юра, ждемся. У Юры деньги. Юрий Прыгунов – директор. У него деньги, у него связи, у него контакты. Решает абсолютно любой вопрос. Высокий и сильный, красивый и умный. Обожаем всеми участницами группы «Блестящие». А колбасу кто будет? А колбасу будет Аня, я буду потанон с яблок. Возьми, знаешь, что нам? Йогурт и вот мне. Колбасу. Ой, Юра, давай возьмем какую-нибудь рыбку или не будем брать? Юра, если такую какую-нибудь нарезную, да, семгу или форель? Как правильно, свекла или свекла? Свекла. Точно? Да. Свекла. Если хочешь букву «ё», будет свекла. Если «ё», то свекла. Остался последний пункт нашего посещения в магазине – это орешки и сухофрукты. Сколько стоит? 91 рубль за грабеж. Мы килограмм не едим. Мы очень мало, по 100 грамм. Хрен не любим. Вот. С языком, да? Хрен с языком вообще. Это у нас в последнее время прям мы все заказываем. Есть язык, мы говорим. Да, мы говорим, побольше нам хрена, языка, чем нам хлеба. Иди, ладно. Нет, в аптеку. В аптеку без камеры? Это вообще несправедливо. Нельзя же везде с камерой ходить, ну извините. Это же аптека. А что, вы в туалет тоже с нами пойдете? Да, мы вас не пустим. Вас побьем. 104 рубля. Я думаю, хватит. 4 рубля. Вот у меня только есть 50, нет мелочи вообще. Все купили, что нам надо? Купили, вроде все купили. В автобус? В автобус. Сок, микрофон, вода, винегреты, сыр. Да. Вкусно? Mm-hmm. Дашь попробовать? Mm-hmm. Mm-hmm. Огурцы. Все же нереально вкусно. Нету почему-то вилок, только хочу винегрет. Он с луком. Я же не целостно с кем не собираюсь, между прочим. Блин. Mm-hmm. Вот кто не ест с луком. Вот, да. Нужна вообще. Сейчас я сделаю. Оп. Не знаешь, что они культурные. А вот и помойка. Ну-ка. Оп. Ну, оп. Это пока это просто пакет, она должна сделаться. Сейчас как. Помойка. Оп. Сейчас мы ее придюлим. Давайте есть. Если я съем пачку вот этого вот дела. То что? Я буду очень пить хотеть. Кушай, деточка, есть попить у нас. Все нормально. Да? Да. Спасешь? Угу. Всегда знала, что на мужчин можно положиться. Мы с Аннушкой укладываемся спать. Носочки обязательно для спанья. Да. Вот, собственно, мы и добрались до пункта нашего назначения в городе Иваново. Уводит охрану фанатов и детей. Подождите, давайте сейчас вот немножко расположимся, а потом будем снимать. Очень хорошо сейчас все сказал, давайте. Блестящие! О, тут
тут еда и красота. Блин, сколько косметики в этом. Это мало, на самом деле. Представляете, в ларьке продается в Иваново Юпи, Инвайт и Зука. Да ладно. Когда вы последний раз видели эту продажу? В Анадыре. Да, а надо ли тоже? Да, мы пришли купить там воды какой-нибудь. И нам сказали, вот же, говорим, где вам там? Вот Юпи. Мы вам покажем маленькую часть наших костюмов. Костюмы это отличные. А вот это вот что это? Кто это? Полотенце и босоножки? Это полотенце, босоножки это мои полотенца, чтобы чистыми ножками не вставать на грязный пол. Это называется у нас фамильные драгоценности. Да, фамильные драгоценности. Они прям фамильные. Потому что они жемчуг. Бижутерия. Это пакетики с бельем. Каких-то личных у нас драгоценностей нет, все общее. Это Юлькино нижнее белье. Это Юлькино нижнее белье. Вот она одевает свой. Прикрывает вот. Класс. Одно. Вот. И все? Да. Сниматься мы уже в вашей программе не обязаны. Но если вы нас, конечно, попросите, то, может быть, не поступаете. Потому что мы будем уже в отпуске, и мы не работаем. О, вы и сейчас не работаете. Так вот вам скажу по секрету. А что мы делаем? Халтурим, ты хочешь сказать? Хочешь, что мы халтурим? Нет, совсем не то. Тобою, о, отлично. Пусть с тобою, мы любим, это навсегда. Фанатки города Иваново обожают группу «Блестящие». Впрочем, обожают и любую другую группу, которая приезжает в город Иваново. Обожают любой телеканал, любую видеокамеру, любой фотоаппарат, любой автограф любого человека. Не разрешают фотографировать? Нет, понятия не имею. Разрешают. И автографа? А почему нельзя фотографировать «Блестящие»? Запрещено, и все. Вот так. А кто запретил? Начальство. Серьезно? И Муз-ТВ тоже нельзя снимать. Отлично, хоть Муз-ТВ это можно. Снимает вас всех. Вы себя увидите на канале Муз-ТВ. За четыре моря, за четыре солнца, ты меня увез бы, обещал мне все на свете. Говоришь, что я твоя, королева звезд я. Оказалось просто, ты бросал слова на ветер. Все, отдыхать?
Сразу звонить. Сразу куда-то название. Нет, посмотреть, ты мне звонишь. Юра, мы вас любим. Смотрите. Муз ТВ, вы супер. Блестящие. Forever. Дайте автограф. Вот как бывает. Все, мальчики, давайте. Потом... Проваливать опять, значит, выгонять. Выгоняем. Если вы видите, какая-нибудь кепочка. Какая мне кепочка? Да, она мне кепочка. Дай поменьше. Это... Дай, на, кепочка. Вот, все заодно и посмотрим. Ой, это хорошо, кстати. Ой, отлично. Вот, какая кепочка? Ой-ой-ой. Ну, костюм надо такой, малыш, если при ногам не жмем, будет так вступать. Ну, давай, ждем, ты мне позвонил. Как вы были, как оставались, только переоделись. В тех же позах остались. Я пью раствор с солью. А зачем? Я позвонила маме, мне мама сказала, что нужно лечить за раствором с солью. Не очень вкусно. Мне кажется, вообще фу, прям даже отвратительно. Нет, не надо. Не надо, мне мама сказала, что надо. И сколько мама сказала, надо выпить это? Ну, пока на мое лоб не стоит. Вот так даже? Вот, может, не греет. Это все Аня съела, кстати. Ага. Я это все Юрка съела. Анька все это всегда ест. Я говорю, Ань, дай мне, пожалуйста, курица. А я говорю, не там и не да. Я обжигаю. Смотрите, сними, пожалуйста. Аня просила чай с лимоном. Вы мне принесли чай с лимоном. То есть надо вот так сделать. Надо давать чай и пить. Можно спросить, налить мне чай с лимоном? Покажите за мной, пожалуйста. Я не специально. У вас так поставлены танцы, что задние черты лица сами. Черты лица. Ой, это я не покажу. А вот это мы с Юлей наклеили. Сейчас я тоже покажу. А мне похоже. Добро пожаловать на растерзание. Там вот стоят. Там, наверное, три человека. Да, три, четыре. А можно фотографируйте? Все, спасибо большое. Ой, так и знаете, так и знаете. Так это наш новый автобус. Алена. Девчонки, давайте просто потом и не узнаем. Они Муз-ТВ кричат. Муз-ТВ. Ксюша. Ксюша, Ксюша. Это Муз-ТВ, значит. Сейчас да очень нет. Поздно, мы не спали, пойдем спать, мы очень устали, увидимся утром, пока. Пока, Наталья. Не знаю, очень даже не отжимался. Сколько в холке? Не уточнила. Да, это мы распеваемся. Ча-ча-ча. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Муз-ТВ открывайте. Не открою. Как так? Не открою. Давай-ка, ну-ка. Вы нас замучили. Я уже ногу поставил, бесполезно, теперь не закроешь. Хватит. Та-та-ра-та-та. Мы так никогда еще не снимали. Да ну ладно. Чего ты делаешь? Я готовлюсь, я даже не успеваю вообще, крашусь быстрее. Я очень сделала много того, чего в жизни, наверное, хотела и не сделала. Например, я прыгнула с парашюта. С инструктором, говорят, противно, они прижимаются. Не знаю, очень даже мило ко мне прижимался. Да. Его звали Цветочек. Это был он? Это был он. Сколько в холке? Не уточнила. Ну ладно. Кристи. Язык показывать надумала? Кушала. Так, что кушала? Кушала я рис. Вот это был бульон. Здрасте. Всякой еды принесли? Отлично. Ну, у меня растенчика, будем кушать. Давай. А как вас зовут? Света. Света, очень приятно. Если бы мы ели то, что нам все время дают, у нас был уже гастрит, колит, язвы и все остальное. Вот все кашки с точка прям. Надо есть мясо.
есть мясо, запивать его пивом. Или я рассуждаю, как мужлан. Как мужлан, деревенщина ужасная, такая, знаешь, из глубинки из такой. Да прям. Зато будешь здоровый вообще. Всегда будет легким перегаром. И все будут в восторге. Как она называется? Парвина. Да. Ну, Парвина. Кого на порвать на? Порвать надо все. Ой, Парвина, видел бы тебя мама. Молодой человек неплохой, кстати. Молодой человек... Молодой человек даже неплохой. Ну, ему денег заплатили. Да, я думаю, много. Ты ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, кто есть-то будет, а? Ой, ужас, заставляйте меня есть. Сына не хочу, заставляют. Ведь притащили мне этой еды, говорит, ешь давай. Я не хочу есть. Я с вами и поеду. А тебе нужно сесть туда, а мы сядем сюда. А фиг вам, я сяду сюда и буду с вами сидеть. Ага, у меня волшебные очки. То есть больше нет слов в этой песне? Завидуйте, букашки и жучки. Это песня наша. Можно перестать. Завидуйте, букашки и жучки. Какие? А у меня волшебные очки. Да, это мы распеваемся. Ча-ча-ча. Тр-тр-тр. Не будем называть имен. А мне сказал лично, мне вот так делать. Это у кого большой бюст надел так. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Стоит только захотеть. Можно и звезды. Стоит только захотеть. С неба собрать. Бананы, кокосы. Согревает огонь, обжигает земля. Этой ночью с тобой мы танцуем ча-ча-ча. Засыпают дожди, оживают моря. Мы сегодня с тобой потанцуем ча-ча-ча. 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 Что-то вас совсем не слышно стало!
последняя работа. Да, перед официального начала нашего концерта осталось 3 часа 25 минут. Но это был последний концерт, и мы вас выкинем, мы не будем сниматься. Посмотрим. Я, соответственно, сейчас особенно. Язва какая, посмотрите. А сам? Мы так и сидим, болтаем вообще. Бегайте, как эти, как хвост. Да ладно, хвост. Идите, гоняйте, а мы на бороду. Идите отсюда. Уходите. Тише. Блин, класс. Ты супер, Оксан. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ура! Отпуск! Что в этот период? Мы прощаемся с вами, потому что наш поезд отправляется в 12 часов в Москву. 0,2 минуты. Где-то так, и значит, это у нас поезд в отпуск, поезд в хорошее настроение. Мы вам тоже желаем. Видите, мы его со своими вещами. Да, мы любим СТВ, но мы не хотим больше работать. Да, и все, и ближайшие две недели. Хотим всех выгнать сейчас из нашей жизни ровно на 2 недели. Да, ждите, ходите. Все, пока! На острове этом, может быть, его ты тоже найдешь. Бананы, кокосы, апельсиновый рай. Стоит только захотеть, можно и звезды. Стоит только захотеть, небо собрать. Тут цветы и сладкие ночи.